Ну, мне кажется, присоединение каких-то стран, чтобы стать опять и, там, одним государством, там, большой державой, вряд ли возможно, потому что ну, здесь еще играют амбиции многих руководителей стран. А какие-то регионы просто следом за Крымом, возможно, захотели бы перейти, потому что видят, какое отношение стало к крымчанам. У них увеличились пенсии, у них жизнь немного лучше становится. Поэтому возможное следствие этого и случилась вот эта вот война на востоке Украины.